Здравствуйте, я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста ТВ. Греция в ожидании новых массовых протестов населения, недовольных очередной программой бюджетной экономии. С сегодняшнего дня в стране заявлена всеобщая двухсуточная стачка, которая закончится в среду во время голосования парламента по новому законопроекту, предусматривающему сокращение расходов на 13,5 миллиардов евро. На данный шаг правительство пошло в соответствии с условиями предоставления финансовой помощи от тройки международных кредиторов ЕЦБ, ЕС и МВФ, без которой страну ждет дефолт. В течение многомесячных переговоров представители международных кредиторов обсуждали и анализировали с местными властями общую экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. Теперь на повестке дня принятие программы экономии греческим парламентом и встреча Еврогруппы 12 ноября в отношении запрашиваемой греческим правительством отсрочки на введение новой программы жестких экономий. Однако встречи министров финансов стран еврозоны дело не закончится. Некоторые эксперты предполагают, что не так уж все плохо у Афин и что страна в состоянии обслужить свой долг и в ноябре, и даже в декабре. Вы смотрели новости на канале Инста ТВ. До свидания.